Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие! Мы вас приветствуем с Невского проспекта. Мы сюда приехали по делам на очередное исследование для Кристины, но вот хотели вам кусочек показать. Просто немножко, как сейчас бурно живет Невский. Он никогда не спит. Я никогда не видела здесь, чтобы здесь было мало народу, всегда толпа. Вот за нами тут Казанский собор, Дом книги, красота, конечно. Народу тьма. Кто это любит, тому хорошо. Здесь, знаете, такой драйв. В общем, привет вам с Невского, привет с Петербурга. Вот такой он всегда бурлящий Невский проспект. Сейчас еще здесь затишье, машин совсем нету. Так здесь вообще все забито, пробки стоит, все. Красавец. Красавец Казанский собор. Вот так вам небольшой привет. Солнышко сегодня, асфальт уже такой сухой, дорожки сухие. Приятно уже ходить. Ой, смотрите, какая красивая витрина. Здесь художественный салон написан. Смотри, Кристина, здесь сувениры продают. И здесь тоже, видите, как все в национальном колорите. Здесь тоже сувенирная лавка. Вот такой небольшой кусочек вам показали. Вот видите, да, здесь еще лютеранская церковь, орган, наверное. Вот здесь везде по городу стоят вот такие театральные кассы, и в метро, и на улицах прямо будки. То есть абсолютно все. Можете прийти сюда. Представляете себе, какой выбор в Петербурге, да, культурной жизни. Здесь можно все купить на любое, что вам только от детского до взрослого концерта, шоу, все что угодно. Вот. А мы... Так, и здесь еще киоск. Вот, а нам вот сюда во двор надо. Смотрите, церковь тоже красиво. Вечерний Невский. Теперь уже вечерний. Пока мы делали дела, здесь стемнело. Красиво. В общем, вот так мы просто передали вам привет с Невского.
Yeah.